Итак, после того, как вы попали в сервис, вам необходимо ввести логин от Инстаграма, пароль, нажать «Добавить». Происходит авторизация. Все, аккаунт добавился в систему. Здесь у меня уже добавлено 6 аккаунтов. Какие есть возможности у сервиса? Первая самая интересная функция – это возможность настроить автоматические рассылки в директ по вашим подписчикам. Как по новым подписчикам, так и по существующим. Вот, посмотрим на примере аккаунта Okagram.ru. Создано задание рассылки приветственного сообщения по новым подписчикам. Вот, отправлено уже 9 сообщений. Мы сможем их просмотреть в разделе «Диалоги». Вот, то есть мы прокрутим, найдем, соответственно, вот это сообщение, оно уходит. Также есть возможность в рассылке настроить отправку по существующим подписчикам и разграничить эти задания. То есть создавать можно несколько заданий, одни для новых, другие для существующих подписчиков. Вот посмотрим на примере другого аккаунта. Вот, здесь создано задание рассылки по своей базе данных. Стоит галочка «Все текущие подписчики», уже всем, кто был, все, кто были в подписчиках, это сообщение уже отправлено. Следующая функция, которую мы уже, в принципе, сейчас зашли, это возможность ведения диалогов в реальном времени с вашими клиентами. Очень удобная штука, особенно если у вас много переписки и вам неудобно на телефоне постоянно переключаться между аккаунтами, отслеживать, что у вас там в директ вам написали. В этом чате вы можете сразу же увидеть те сообщения, на которые вы не ответили. То есть они подсвечены красным конвертом. Отправили. Можете смайлик отправить, там картинку прикрепить. Вот. И человек на телефоне сразу же получает моментально ваш ответ. Также он вам пишет, когда сообщение, вы моментально его можете просмотреть у себя в сервисе. Чат моментальный. Вы можете переключаться между вашими аккаунтами и вести диалог со всеми вашими клиентами. Следующая функция, которая реализована в нашем сервисе, настройки автоответов. То есть, как правило, люди, если не видят вашей активности, вы их игнорируете, то они уже переключаются на ваших конкурентов. Ну вот, можем создать задание, допустим, такое. И выберем время, спустя которое будет приходить этот автоответ. Ну, допустим, поставим там 10 минут, к примеру. Активировать. Все, создано это задание. Будет приходить картинка и будет приходить вот это сообщение. Сейчас мы отправили сообщение с телефона. Ну и примерно через 10 минут, плюс-минус 2 минуты, придет ответ, автоответ, если мы его не просмотрим. Следующая полезная функция – это возможность отслеживания комментариев. Комментариев как под своими постами, так и под постами конкурентов. Вы можете добавить, в принципе, кого угодно, любого человека, любой аккаунт в Инстаграме и просматривать комментарии, которые пишут. Ну вот, например, можем посмотреть все комментарии, которые были написаны Петру Осипову. Очень удобно. Сейчас мы создадим задание по отслеживанию, добавим один из аккаунтов. Выбираем социальную сеть, пока это только Инстаграм, в дальнейшем появится ВКонтакте. Указываем «Отслеживать аккаунт». Выберем, например, Дашкиев. Выбираем, куда присылать результаты. Телеграм, e-mail. И создаем задание. Комментарии можно будет просмотреть как в Телеграм электронной почте, так и прямо в самом сервисе.